Чтение произведений великого казахского поэта Касыма Аманжолова прошло накануне. В мероприятии приняло участие много молодежи, поклонников его творчества. Подробнее в следующем материале. Касыма Аманжоловские чтения на аллее, посвященные поэту, проводятся уже второй год. На мероприятие «Прочитать стихи и почтить память писателя» собрались более 30 участников. По словам организаторов, подобные встречи воспитывают в молодом поколении чувство патриотизма. На площадь перед памятником Касыма Аманжолова пришли и молодые поэты клуба «Жыр-Жырау», а также коллектив редакции журнала «Касым», который существует уже 2 года. На сегодняшний день в Карагандинской области насчитывается более 50 молодых поэтов, в числе которых немало последователей Касыма. Последователи Касыма, вот у нас Абзал Букен, вот Шага, Серик Ахсунхарл, здесь Серик Сагантай, вот издает журнал «Касым», вот у меня в руках, вот я держу сейчас. Вот эти вот люди, последователи, и дальше вот больше молодежь, творческая молодежь, студенты, молодые специалисты сейчас, вот Рауан Хабидолин у нас работает, Мирас Асан в журнале «Касым». Большой внутренний накал сочетается в его стихах и произведениях, так отмечают поклонники его творчества. Талант писателя стал проявляться еще с юного возраста, и до конца своей жизни он работал в редакциях газет и журналов. Касым Аманжолов, он был великим поэтом, он оставил после себя очень большую библиотеку, так как и это в нашей школе есть очень много книг о Касыме Аманжолове, о его творчестве, что он написал. Как он писал, вот каждый его стих означает большую роль, вот, учит человека к чему-то новому. В произведениях известного писателя были воспеты культурное наследие родной земли, героизм и духовный облик казахского народа. Также Касым Аманжолов ввел в казахское стихосложение 10-сложную строку, которой поэты пользуются как в оригинальном творчестве, так и в переводах. Творчество Касыма – это своеобразная школа поэзии. За большой талант и вклад в казахское творчество последователи поэта возложили цветы на его памятник. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый карагандинский.